Казалось бы, это было еще вчера, а на самом деле прошло уже 15 лет. год, игра против Левски, 19 лет, молодой, наверное, парень, которого никто еще нигде не знал, не слышал и не видел, выпала такая честь играть в таком матче, в котором белорусские клубы никогда не участвовали на этой стадии, и выпал шанс выйти в групповой этап Лиги чемпионов. Сняли с меня груз ответственности благодаря тренерскому штабу, особенно благодаря покойному Александру Владимировичу Федоровичу. Перед той игрой он всем вратарским цехом повел нас еще тогда в клуб «Овертайм», чтобы как-то разгрузить, наверное, груз ответственности перед этой игрой. И на самом деле это, мне кажется, помогло, судя по результату, так точно. Вот в той игре я не чувствовал какого-то скованности. Я чувствовал себя в своей тарелке, поэтому игралось очень легко, тем более рядом было очень много опытных партнеров, которые всегда поддерживали и словом, и делом, и перед тренировкой, и во время игры. И, к счастью, тогда игра сложилась для нас очень удачно, и футбольный клуб «БТ» впервые в истории вышел в групповую стадию Лиги чемпионов. Эмоции зашкаливали, и в первую очередь я побежал искать своего родного брата, потому что он очень часто меня все время поддерживал. Это человек, который привел меня в футбол. Ему большая благодарность за то, что он взял на себя эту ношу и подумал, что из меня может кто-то получиться. Перед началом сезона 2008 года у нас в команде было три вратаря. Это были Серый Веремко, Борис Панкратов и я. И Борис Панкратов, по-моему, тогда ушел в Минское «Динамо». И остались я и Серый. И для меня, наверное, это очень важно было, что в меня поверили Анатолий Анатольевич Капский, и Виктор Михайлович Гончаренко, и Александр Владимирович. Болельщикам, в первую очередь, хотелось бы пожелать, чтобы они не только в хорошие минуты, но и в трудные минуты всегда были на стороне и поддерживали наш футбольный клуб, потому что у этого клуба большая история, большие традиции, и игроки всегда выходят с мыслями в голове только о победе, поэтому будем стремиться вместе побеждать.